15 октября в нашем районе во всех школах в виде деловой игры прошли выборы лидеров ученических самоуправлений. Мероприятие проходило по форме, максимально приближенной к настоящим выборам. Ребята проводили агитационную кампанию, подготовили рекламные листовки, плакаты и флажки. По итогам выборов были избраны 35 лидеров школьного самоуправления. С ними встретился глава Славянского района Роман Синеговский. Сразу 35 президентов школьного самоуправления встретились в администрации Славянского района на первое организационное заседание, посвященное вступлению в общественную молодежную организацию «Регион-93». Сегодня ребята должны быть активные, образованные, спортивные, креативные. Наверное, это для того, чтобы правильно строить в целом и свою жизнь. И раз вы являетесь лидерами, значит, где-то направлять, где-то быть наставниками, мудрыми, как мы говорим, да, в своих школах. Все участники встречи с главой – школьники с активной гражданской позицией, занимающиеся общественной работой, спортом и творчеством. Встреча прошла в дружеской атмосфере. Поговорили обо всем, что интересовало президентов и главу. Ребята рассказали Роману Ивановичу о своей деятельности, поделились планами на будущее. Я планирую проводить больше вечеров всяких, проводить больше конкурсов, рисунков творческих, и я думаю, что у меня все выйдет. Во время встречи были избраны председатель ученического совета, заместитель председателя и секретарь. На пост председателя единогласным решением был выбран президент третьей школы Валерий Рогожников. Юноша уже третий год является лидером ученического самоуправления, поэтому на новую должность он вступает во всеоружии. Это большая гордость, ответственность. Я собираюсь продвигать молодежный совет, собирать все школы, при том районные, не только городские, их включать в разные мероприятия, акции, которые будут проходить у нас не только в городе, но и в районе. В завершении встречи в торжественной обстановке Роман Синеговский вручил лидерам школ, председателям школьных самоуправлений членские билеты и значки, свидетельствующие о присоединении к общественному молодежному движению «Регион-93». Надежда Неткачева, Георгий Калинин. Программа «События».